вами снова Денис Кухта, и сегодня я добрался к потрясающему замку, хотел его посетить, но, к сожалению, он закрыт на карантин до следующей недели. Посмотрите, какая красота. Видите, да? Вот какая красота. И замка с той стороны открывается потрясающий вид на вот эти все зеленые холмы. Ехал я сюда минут 40 от Вены, но, к сожалению, замок закрыт. Я изначально не проинформировал себя. И сейчас, наверное, направлюсь дальше. Направлюсь на смотровую площадку и посмотрю, что там будет видно. Сейчас общался с местными. Сказали, что с высоты приблизительно 1,5 километра открывается потрясающий вид на долину, на ближайшие деревушки, маленькие городки. И сейчас мы туда направимся. Кстати, закрыто. Очень жалко, но закрыто. Это потрясающий замок, который называется Форхтенштайн. Форхтенштайн. И изначально, друзья, это 13 век. Но в 17 веке он был перестроен династией Эстерхази и приобрел свой облик, то, что мы видим сейчас. К сожалению, попасть внутрь нету сейчас возможности. Общался с персоналом, сказали, на следующей неделе, приезжай в субботу, мы уже будем открыты для туристов. Но просто погулять, отдохнуть даже сейчас и полюбоваться красотой. Красотой огромного-огромного замка, который практически стоит на границе с Венгрией. 15 километров отсюда находится, друзья, Венгрия. Всего лишь 15 километров. И вот этот потрясающий замок Форхтенштайн, он находится именно на границе. Я направлюсь дальше, поднимусь еще выше на смотровую площадку и полюбуюсь красотой долины, которая открывается и тянется километры, километры, километры. Ну что, мы сейчас, наверное, приехали на самую высокую точку. И я спросил здесь местного какого-то байкера, он с женой здесь ездил, катался на мотоцикле, что где-то здесь есть маленькая, но очень красивая часовня. И со стороны часовни очень красивый вид открывается. И вот мы сейчас идем искать, где эта часовня. Я думаю, что нам надо будет пройти, хотя здесь закрыто, здесь тоже закрыто, наверное, надо обойти это все. Пошли, оператор. На самом деле я не понял, где здесь вход. Ну красиво вообще. Посмотрите, вот какая красота. Вот там я припарковался с правой стороны. Как красиво. Красивые домики, чистота. Люди живут высоко-высоко, где-то, наверное, 1,5-2 тысячи метров высота. И здесь стоят дома. Это круто. Розалин капелли. Супер, нашли. Вау, круто. Сейчас немножко спорт. Немножко пройдемся. Погодка позволяет. Очень хорошо. Thank you.
очень круто. Очень-очень круто. Я даже не мог себе представить, что здесь есть такое классное место. Просто случайно, заезжая вот недалеко здесь в городок, я спросил у байкера, где здесь есть красивое место, где здесь есть красивая панорама, так, чтобы вот просто ахнуть. И он мне ее показал. И, конечно, вот этот вид просто потрясающий, друзья. Но я уже не знаю, что сказать. Это действительно нету просто слов. У меня просто нет слов, насколько красивые здесь пейзажи, какой красивый вид.